Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Никому не двигаться. Еще один шаг и угадайте, что я с ней сделаю. Госпожа Нацуме! Мы можем ее просто прикончить? Нет, не тронь ее! Не волнуйтесь обо мне! Я в порядке! Актриса от бога. Прикончи ее, палач Веном! Ты ведь хочешь силу? Клянусь, я одержу победу над природой! Не позволю раскрыть себя! Не здесь и тем более не сейчас! Какого? Что произошло? Веном, да что с тобой такое? Веном! Видел. Ты хоть что-нибудь видел? Нет, ничегошеньки не видел. Ну то есть, что я вообще... Идем, плешивый. А что он мог увидеть? Все случилось в мгновение ока. О, нет! Назначение группы таково. Ребята, вы тут в порядке? Роза, будь добра, подвинься. Принцесса Алексия, не могли бы вы не лапать меня, где попало? Делать мне больше нечего, как твои бетоны трогать. Кажется, я слышу зависть. Да, мы воздержимся от споров. Вот оно значит как. От этого толку ноль. Ладно, попробую вернуться путем, которым пришел. Подожди немного. Перед тобой такая красивая женщина. Скажи, во что она одета? В смирительную рубашку. Значит, для начала можешь помочь мне. А это не часть испытания? Я как-то уже проворачивал подобное. Жестко ты с ней. Нормально. Она это я. То есть теперь ты это признаешь? Но вот проблема. У препарата есть два недостатка. И что за недостатки? Взгляните на него и поймете. Раньше у Нессона были волосы. А теперь... Это никакой не недостаток. Волосы начали выпадать из-за стресса. Меня окружали идиоты, что скидывали всю черновую работу на меня. Обычно они прибить друг друга готовы, а тут поглядите-ка. Решили сплотиться и скинуть мне грязную работенку. Вот же засранцы. Простите. Дельта, мы же тебя просили не убивать его, пока не получим информацию. Достаточно. И запомни уже, что я тебе постоянно говорю. Всегда проверяй, действительно ли мертв твой противник.